Добрый день, меня зовут Ольга Мехши. Я хочу оставить отзыв о школе гипнологов-слиперов Никиты Бурлакова. Вот уже прошло несколько дней, эмоции немножко зашли. В принципе, подъем остается, потому что используем практики. Я хочу немного сказать, почему же я все-таки решила прийти в школу Никиты. Ну, вообще скажу, что я давно искала такую школу. У меня был опыт до этого и других школ. В принципе, и там мне нравилось, и там какие-то знания и практики я получила очень хорошие. Но все равно меня интересовало глубокое погружение, самогипноз. И последнее время, последние 3 года я занималась невербальным гипнозом, и меня эта тема больше, скажем, увлекла, и мне хотелось, я увидела в YouTube, что есть такой информационный гипноз, мне хотелось как-то ближе это узнать, и я, в общем-то, искала возможности, где можно было бы этому обучиться, но как-то не было, скажем, резонанса. Вот. И здесь я, не помню, уже увидела в интернете, как бы Facebook или YouTube предлагает рекламу. Вот, я просто зашла, мне понравилось то, как Никита объясняет, как он говорит, скажем так, срезонировало. Вот, я решила пойти в эту школу. Могу сказать, что этот курс изменил в моей жизни. Ну, наверное, изменил то, к чему я стремилась, и то, что я хотела получить, я получила это в течение месяца. Все, что Никита заявляет, по крайней мере, для меня это получилось. Я, так как он и говорил, что он раскачивает, да, слиперов, гипнологов с нуля, хоть у меня и не был опыт с нуля, то есть я уже какими-то практиками владела, вот, занималась медитациями. В общем-то, база была. И то, что, можно сказать, с первых разов действительно была загрузка прекрасна, и я погрузила за курс 8 раз меня или я, то есть в роли гипнолога или слипера. И действительно, все получилось. Вот, я реально рада очень. И какие особенные моменты хочу сказать? Хочу сказать, что обучение как легкое, очень структурировано, простроена вся программа. Ну, хотя месяц вроде бы как мало времени, но тем не менее, что я даже работала 3 раза в неделю с утра до вечера. Я еще успевала в свободные дни заниматься. И, ну, я скажу, мне все очень понравилось. Конечно, после того, как заканчивается курс, я продолжаю практики. У нас есть чат уже выпускников, где мы можем спокойно практиковать. У меня вообще никаких претензий, я просто очень-очень рада, я получила все, что я хотела. Вот, кому бы я рекомендовала пройти этот курс, но в первую очередь, наверное, это тем людям, которые больше хотят узнать о себе, познать себя, познать свою тонкую, скажем, сущность, вот, хотя и плотную тоже. Вот. И, конечно же, тем людям, которые хотят профессионально развиваться в любой сфере, это не только касается психологии или каких-то медицинских аспектов, любая профессия, я считаю, это просто гениальная, как бы вторая профессия дополнительная, чтобы развиваться, чтобы творить, чтобы исцелить себя, чтобы изменить свою жизнь. Сейчас я сделаю еще один отзыв по поводу чистки, потому что в последний день нашего выпуска мне сделали полную чистку. Я сейчас о ней тоже скажу. Я очень благодарна Никите, вообще всей команде школы. И я знаю, что на этом занятие не заканчивается, что Никита еще собирается сделать продолжение. Я буду очень рада тоже продолжать обучаться. Очень здорово.
Ну, уже у меня запись стоит из людей на чистке. Всем пока!